Всемку. Ну что, время завершающей серии. Я так понимаю, это у нас будет последняя серия. В конце ролика объясню, почему я так думаю. И, в принципе, чего мы тут добились и что тут нам нужно будет дальше делать. Так, давайте мы с вами заберем тряпочку. Это нам пригодится. Это нам тоже пригодится. Пойдем заберем с вами фонарик. Фу, фонарик, это как его, лопату. Находится она конкретно в этом месте, вот где вы видите у меня тут по карте. Вот в этом месте находится здесь лопата. И давайте даже приближу вот тут очки. Если бы я знал бы, что она здесь находится, а не в тех пещерах, то я бы, наверное, сюда первым бы и пошел бы, потому что вон в том месте, где метка стоит, там будет, по идее, находиться дробовик. Ну, не знаю, зачем дробовик, мы, в принципе, так справляемся. Ладно, идемте. Это мы разломаем и заходим. Сейчас мы внутри по-любому включим с вами фонарик. Сейчас мы тут включим фонарик, нужно будет достать. Во. Так, дай сюда фонарик и... Идемте, идемте смотреть. По идее, где-то здесь должна быть лопата. Так, ты кто? Бумс. Шикарно. Так, давайте осмотримся. Может, здесь будет что-то интересное. У меня с собой-то есть запасы, в принципе, пару патрушков и как и даже C4 есть. Но я думаю, что нам, в принципе, это все не так сильно и пригодится. Давайте понямаем, заберем, чтобы ничего не оставалось. Идемте дальше смотреть. Нам, по-моему, нужно будет с вами сейчас искупаться. Только нужно все хорошо осмотреть. Блин, я ничего не вижу. Ну ладно, поплыли. Где-то в этой стороне, по-моему, где-то в этой стороне нам нужно, либо нет. Блин, вроде и светлее сделал, вроде светлее сделал. Все равно еще не видно. Так, где мы? Ага, вот. Вот куда нам надо. По-моему, кислорода у нас с вами много. Мы тогда нафармили. Что я думаю, нам должно этого хватить. Так, все. Все хорошо. Давайте сразу уберем. Все. И посмотрим, что тут. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что тут есть? А чего тут нету? Но косточки, да, косточек у нас много. Косточек у нас с вами много. Не знаю, будут ли тут монстры, либо вообще тут не будут. Ля, у нас с вами ласты появились. Прикольно, прикольно. Теперь можем в воде спокойно плавать, да? Да, с ластами. Классненько. Ага. Так, давайте я предлагаю, наверное... Наверное, пробежать. Не хочу я тут ни с кем сражаться. Во. Тем более, если можно просто это все дело пробежать. Не, может, с некоторыми монстрами мы посражаемся, но явно не с теми, что были. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Где наша лопата? Ага, нам нужен... Нужно батарейку заменить. Давайте заменим батарейку. Во-вторых, сделаем коктейль Молотова еще. И что я хотел? Я, наверное, возьму все-таки ствол. Возьму все-таки ствол. Так, потрошки, изолента, хорошо.
Так, что тут еще есть? Лапша. Но даже лапша есть. Это, по идее, мы сможем с вами лапшу готовить в этом, в кастрюльке, которую мы с вами нашли. Так, тут либо кто-то рычит, либо меня глючит. Так, сейчас, ребят, буквально на секунду я альтабну. Сейчас, две секундочки. Кое-что нужно было проверить. Все, нет уточки. Идемте дальше смотреть. Но по идее, если спускаться в эту пещеру, ну то есть ты сохранился, вышел с игры, зашел, и спускайся заново в эту пещеру, то должны все эти чемоданчики заново восстанавливаться. Бонжур. Все. До побачення. Ах ты падла, ах ты падла, перезаряжайся. Все. Так. А стреляю прям как в пабге. Ничего не меняется, да? Так, хорошо. Тут еще один чел остался. Все, шикарно. Шикарно, и патрушки наши закончились. Но зато мы сможем с вами залутать у них броню. Хотя у нас фулл броня, плюс еще золотая есть. Я золотую еще не использовал. Ну, пусть на всякий пожарный будет, я думаю. Так, что это такое? Ага, я использовал последний патрон, да? Да. Шикарно. Ну все, время топорика. Я испугался. Падла. Игра вроде не стрёмная. Но иногда моментами она немножко поднапрягает. Так. Блин, нам бы поспать бы надо бы, потому что у нас уровень выносливости, видите, неполный. Желательно поспать. Ну ладно, надеюсь, нам его хватит. Не хотелось бы в этих пещерах спать бы. Так, что у нас тут за лента? Бутылочка, тряпочка. Я даже не уверен, что это за ткань. А что это за ткань вообще? Ну это ж не... Где-то не эта ткань, да? Или это? Или у нас новая ткань какая-то появилась? Короче, непонятно. Ладно. Так. Что тут? Таблеточки. Куда нам идти? По-моему, сюда, да. Так, предлагаю следующих просто пробежать. Как вам такая идейка? Сильно не заморачиваться, просто пробежать. Потому что в прошлой серии я потратил где-то минут 20 ролика на то, что я просто пытался с лука всех победить. Так, что это? Что-то мы с вами получили. Так, фу. Ну тут все, больше ничего нету, да? Правильно я понимаю? Да, по-моему, здесь больше... Ой-ой-ой, у тебя что тут есть? Ага, гранатки, все, до побачення. До побачення, люби, друзі. Так, по-моему, сюда, да? По-моему, сюда надо бежать. Не трогайте меня, пожалуйста. Я надеюсь, это я не на выход обратно иду, а туда, куда надо. Так, что это было? Ага, бабосики. Еще бабосики. Не знаю, зачем нам бабосики. Тут бабосиками можно чисто... Это как его огонь. Разводить и поддерживать. Ну, то есть деньги тут роли никакой не играют. Блин, вроде сделал немножко яркость.
Повыше она. Ой, ё-моё, здорово. Ой, ё-моё. Вроде я сделал уши, но что-то вообще ничего не помогает, да? Так, не-не-не-не-не-не-не. А вот и тут у нас, по-моему, должна быть лопата. Да, все, у нас тут мы нашли лопату. И теперь что делать? И теперь, по-моему... Теперь, по-моему, нужно на тот тросе, да? И куда? Ой-ё, ты ж... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, или нам нужно уходить отсюда? Или нам нужно отсюда уходить? Так, сейчас, ребят, две секундочки, я возьму в руки... Возьму в руки С4. Ёшкин ты. Все, 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 до побачення. Тихо, тихо. Отдай-ка мне в руки, пожалуйста. Ах ты! Бабайка, падла. Все? Все, 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 все. Тихо, 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 тихо. Ага, с этими карапузами мы с вами разберемся с помощью... помощью топора. Так, хорошо. Супер, 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 супер. Блин, неужели мне придется сейчас возвращаться обратно домой тем же путем? Так, тихо, что так? Темно, светло стало. А нам точно не вниз? Нам точно не вниз? Но меня сюда не пускает. В чем прикол? Меня сюда не пускает. Это какое-то здание. Что это за здание? Так. Ага, ага, ага. Где ты? Падла. Так. Вот мелкий. Вот ты где. Все. Надо бронить. Давайте разбираться, можем ли мы с помощью крюка... С помощью крюка куда-то туда отправиться. Но туда только можем, да? А вот туда я не могу. В чем прикол? Туда я не могу ни стрельнуть, ничего сделать. И сюда вниз тоже, видите, меня не пускает. То есть я просто... Просто зависаю. Ладно, ладно, идем. Идем домой. Так как и пришли. Но не в плане домой. Сейчас мы сходим с вами в два места. Откопаем сначала дробовик. А во втором я без понятия, что там будет находиться. Так, а с тебя можно? Да, с тебя можно. А во втором я без понятия, что там будет. И плюс мы нашли с вами ноутбук. И на ноутбуке там есть Блайт, как его... метка. Она синим таким, точечка. Отмечено, тоже нужно будет туда сходить посмотреть. Главное нам сейчас отсюда... Отсюда выбраться. Главное сейчас отсюда теперь выбраться и вспомнить, как... Мы сюда заплывали. Это, в принципе, память-то нормальная. И мне стоит только раз, как говорится, побывать где-то. Я знаю, как туда опять вернуться. Но это... Живая местность, а не игры. Все, 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 все. Вот, в этом ноуте мы с вами все забрали, да? Все, больше ничего нету. Хорошо, отлично, уходим. Я сказал, уходим, 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 уходим. Сейчас мы наберем себе немножко вот энергии и побежали. Так, бежим, 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 бежим. Так, тут, по-моему, тоже, да, под воду куда-то. Ага, бутылочку от меня запрятал, да? Ах ты. Ах ты, подлюка такая. Но-н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 о.
Нет, все. Твой чемоданчик, твой чемоданчик, я больше не трогаю. Честно. Честно, я больше его не трогаю. Так, а ты кто? Еще у тебя есть? А у тебя ничего нету. Ладно. Куда-то мы с вами плывем. Ага. По-моему, нам нужно нырять, да? Угадал? Или не угадал? Так, ладно, давай всплывем. Давай всплывем. Ну, раз мы пришли оттуда... И тут мы были. Значит, нам нужно... А, нам наверх нужно, да? А мы как мы наверх заберемся, если там оно скользило все. Если наверху оно все скользило. Погоди, может из-за этого нам тросомет и нужен? Чтобы подняться наверх. Давайте попробуем хотя бы, как оно работает. Так, и куда его установить? Я даже не знаю, как его взаимодействовать. Так. Уи! Нет, пожалуйста, нет. 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 А как мне дальше? Как мне дальше действовать? Так, где наш трос? Угу. Вот наш трос. Самое интересное, что я... А как спрыгнуть? Ну почему? Нет, ну почему? Алло. Угу. А это уже проблемка. Это уже проблемка. Это уже проблемка, потому что... А если нырнуть? Если нырнуть, попробовать проплыть? Не. Ну вы видели, ну назад мне нельзя. У меня назад нету выхода. Мне только вперед. А вперед только на тросе. Так, перезарядить. Ага, если мы прям куда-то вон в ту сторону... Бомбь. И бомбь. Не? Не получится. Так. Во-первых, я ничего не вижу. Во-вторых, как эта штука вообще работает. Ладно, давайте еще раз. Вон куда-то, вон в ту точку. Чпоник. И куда-то в эту точку. Все. Хорошо. Чё за бред? Чё за бред? Алло? Алло? Алло, 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 алло. Да, я хочу пить, я хочу есть, и я хочу понять, как отсюда выбраться. Это, конечно, жесть. Так, один трос. А где второй я устанавливал? Так, а как тебя убрать? Можно ли тебя убрать? Все, хорошо. Вот смотри, мы делаем вот так. И теперь прыгаем, прыгаем. Нет, прыгаем, я сказал. Ладно, ладно, я не сдамся, я не сдамся. Мне, в принципе, нету куда спешить. Так, дай сюда. Хорошо, давай попробуем по-другому сделать. Давай попробуем тебя куда-то... Вот сюда присоедините. Вот сюда. Сильно высоко, да? А, нет. Попробуем как-то так это
Алло, алло, чё дело? Не, конечно, я могу сейчас остановить запись и попробовать выйти без записи. И потом включиться, но я думаю, это будет неинтересно, да? Так, есть, хорошо, 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 хорошо. Хорошо, как мы сюда пройдем? Как-то вот так. Отлично, запрыгнули. Нет, пожалуйста, нет, это видели? Нет, 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 алло, спаси меня. Тебе холодно, таки холодно у меня. У меня пятая точка уже горит, мне не холодно. Нет, 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 ну нет. Ладно, ну ладно, на крайняк. На крайняк, когда буду монтировать, это вырежу, если что. А может и нет. Может так и оставлю. Так, мне холодно. Хорошо. Конечно, плохо, но ладно. Так, что мне нужно сделать? Давайте оденем гидрокостюм. Нет, не гидрокостюм. Толстовку оденем. Оденем толстовку. Скушаем таблеточки. Тут где-то я видел. Идемте сходим, посмотрим. Мало ли, может. Может, куда-то туда и нужно выйти будет. Ну, что-то я сомневаюсь, конечно. Вы видели, что... Ага, понятненько. Так. А ну. На, лови зайчик. Говорится, лови зайчик, лови зайчик. По-моему, сюда, да? Мы сможем выбраться. Блин, я сейчас буду орать, если у меня полностью потраченные все эти, как его, тросометы, вот эти вот. И мы не сможем выбраться. Будет прикольно. Вот сейчас как раз и проверим людей, которые не стали смотреть до того момента, как я взорвал это чудовище. То есть, типа, ай, нудно, неинтересно, все, пойду я дальше, не буду видео смотреть. А вот и все, а вот и все. Теперь вы не узнаете, как отсюда выйти, а мы узнаем. Потому что шо? Потому что да. Потому что это вам не это. Так, мне холодно. Да всем холодно. Во, мы вышли, да? Мы нашли выход. Бэйби. Все. Шикарно. Мы таки с вами нашли выход. Так. Надеюсь, на улице еще не зима. Не, не зима. Ты чего? Ты чего? Кто это? Алло. Алло, алло, алло. Ты кто? Так, мне нужно поспать. А чтобы поспать, мне нужно положить спальник. Смогу ли я здесь спальник с вами положить? Навряд ли, наверное, да? Потому что в темноте я ничего не вижу. А, вот спальник можно положить. Шикарно. Шикарненько. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Во-первых, давайте здесь костер установим. Мы, во-первых, согреемся, во-вторых, я думаю, через костер они не пойдут. Так, мне нужно здесь с вами ставить палочку. Вот где ты? Тихо-тихо-тихо. Ну, по-моему, уж можно было. На? По-моему, как-то можно было это сделать. Блин, ну светило же белым, или нет, или не светилось? Не-не-не-не-не-не-не, мне не костер нужен, мне тут установить палочку нужно, чтобы поспать. Ой, бесит меня эта игра. Падла. Так, давайте посмотрим, где мы вообще находимся. Где это мы находимся вообще? Ага.
Это нам домой бежать вон в ту сторону. Но ночью бежать нету смысла. Нету смысла. Во-первых, дай мне фонарик, я ничего не вижу. Во-вторых, пожалуйста, дай мне возможность установить палатку. Ладно. Где-то здесь мы можем ее установить? Вроде можем, да? Теперь берем палочку. Устанавливаем палатку. Все, отлично. Давайте ляжем, поспим. Шикарно. Шикарно. Настало почти утро. Ладно, где наш тут костерчик? Давайте согреемся. Давайте согреемся. Все. Отлично. Теперь нам не холодно, правильно понимаю? Да, теперь нам не холодно. Теперь нам нужно в руки взять эту штуку. И выйти. Все, домик пусть тут будет. Ага. Тогда что я предлагаю? Я предлагаю, наверное, сейчас я нажму на паузу, наверное. Добегу до места, где нам нужно будет откопать дробовик. Где нам нужно будет откопать дробовик. И, наверное, подключусь, потому что это будет занимать очень долго и нудно времени. Так что все, ребят, не прощаюсь. Через пару секунд заново подключу. Итак, ребят, говорится, как неожиданно и приятно, я пока месяц добрался до своего убежища, вон там, у нас зима началась, так что предлагаю немножко полюбоваться зимним лесом, природкой. Блин, как же прикольно. Конечно, снег не так под ногами хрустит, но тоже, в принципе, неплохо. Так, давайте, пока мы идем, в принципе, немножко поговорим, как говорится, я с вами, ну, точнее, сам собой, вы на это посмотрите. В принципе, мне осталось сейчас найти лопату, откопать здесь, на последней точке. Потом, где вон зеленая метка и у нас светится, видите, маячок? Вот так будет, думаю, понятно, где-то в той стороне сходить туда. Я так понимаю, что я в некоторых пещерах пропустил эти мигающие метки с этими ноутбуками. Ну, ладно, уже, в принципе, я думаю, не столь важно. И дальше, не знаю, есть ли смысл в эту игру играть. Она очень сильно много занимает свободного времени. То есть мне, чтобы, к примеру, построить какой-то домик, либо какой-то участок себе сделать, это мне реально нужно сутки сесть и сутки просто рубить деревья и носить их туда-сюда. Я не вижу в этом смысла. Как таковой концовки игры здесь нету. Я так понимаю, нам здесь нужно просто выжить и разобраться, что произошло. Но не знаю, для себя, чисто для себя, как я прохожу игры, то есть как бы я здесь выжил, я здесь нашел все, что нам нужно. Это был тросомет, по-моему, потом лопату и акваланг. И все, и в принципе дальше это уже просто бегать, рубать деревья, строить дома. Не знаю. Не знаю, в принципе, мне как бы... Для меня я игру прошел, все. Мне уже дальше будет неинтересно. Ну, стой. Ну, ладно. Говорится, мне уже дальше будет неинтересно. Не знаю, как вам. Наверное, лучше иногда некоторые игры самому играть, чем смотреть. Так что идемте, заберем дробаш. И сходим как раз вон туда, посмотрим, что там мигает, что у нас там есть. Я лучше поиграю, наверное, уже в другие игры. Я себе уже нашел две игры. Это что такое? Ага, ты спал, да, зайчик? Понял, я тебя разбудил. Нашел две игры под запись. Один хоррор, а вторая стратегия. Там тоже нужно будет строить дома, выживать. И развивать свое поселение. Так, здесь, по-моему, сейчас будут вот эти вот бабайки на меня охотятся. Ну, я думаю, мы справимся. Так, где-то здесь нужно будет, по-моему, нам с вами откопать. Так, где оно находится? Где-то, по-моему, где-то здесь. Если не ошибаюсь. Да, игрушка прикольная,
Но если не спешить, если, к примеру, поиграть каждый день там пару часиков в день после работы, после учебы, после, не знаю, какого-то там, значит, тяжелого дня, побегать, построить туда, то прикольно. Ну, так что постоянно записывать какие-то ролики с ней, я думаю, не. Так, дай мне лопату. Я могу лопатой отбиваться? Ага, вроде могу. Так, где ты? Где-то здесь оно должно быть. Только где конкретно, я уже не помню. Нет, не здесь. Нет, не здесь. Блин, эти еще метки здесь как-то так понаставлены. Непонятно. Ну, зимой хоть чуть-чуть проще. Вот лучше видно. А, вот оно, что, Михалыч. Так. Все, хорошо. Давай, откапываем. Я же правильно делаю, да, надеюсь? Или не с этой стороны копать нужно? И сколько копать нужно? Так, давайте, наверное, мы уберем эту штуку, чтобы она нам не пищала. Так, как тебя убрать? Все. Хорошо. Давайте попробуем копать немножко. Так, тихо. Кто это? Ребята, у меня лопата, я особо опасен. Но явно тут не ткань нам нужна, правильно, которая висит. Явно нам не ткань. Ага, вот она что, 4 монетки. И все? Только 4 монетки. А где мой дробовик? Где мой дробовичок? Бум. Вот, дробовик коллекшнс. Та ты шоля. Ну что-то вроде еще должно быть. GPS радар. Все, нашли, все исчезло. Отлично. Что-то еще светится? Так, я даже хочу попробовать, как оно работает. А ну, братюнь, подойди-ка ты сюда. Подойди, подойди, пойди, подойди, давай. Ага. Так, все, здесь больше ничего нету. Здесь вроде больше ничего нету. Ладно, ладно. Даже хочу попробовать, как оно работает. Но мне нужен монстр, который будет где-то рядышком тут с нами. Блин, нет, этот дробовик бы да в пещерку. Было вообще шикарно. Так, давайте увеличим немножко нашу мини-карту. И нам нужно с вами вон тудой. Не знаю, буду ли вырезать этот момент, пока мы с вами бежим. Давайте посмотрим. Ага, а вон и вот и зайц, зомбак, да? Вот и бабайка. А ну, оно, а оно, а оно, а оно. Good morning. Як себя маешь? Так, бонжур. Та ты шоля. До побачення. Для просто аж разорвала, да, челика? Просто челика разорвала. Ну, не шикарно ли? Я уважаю, что шикарно. Так. Что тут у нас с вами еще есть, что мы можем увеличить? Ага, вот так. Только единственное, в чем проблемка. Я не знаю, где брать потрошки на дробовик. На пистолет я знаю, где. У меня как раз возле дома я так выбрал место. Возле дома я выбрал место. Мне там респятся эти, как его, потрошки на пехоль. А вот где брать на дробовик, я без понятия. Блин, и нам нужно будет еще сходить с вами помимо вот той точки еще в одну. Тоже нужно будет откопать кое-что. Что там находится, это уже без понятия. Так, давайте, наверное, я сейчас... Кто это? Зайчики, лисички. Давайте, наверное, с вами сейчас добегу до той точки и продолжу как раз запись.
Итак, мы почти добрались с вами до этого места. Давайте перейдем с вами речку и посмотрим, что у нас тут с вами находится. Чего интересного тут будет. А потом после этого, если получится, сбегаем еще в одно место. Попробуем там откопать. И я думаю, на этом, в принципе, серию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Серию и прохождение можно будет считать окончательно законченным, оконченным. Так, что тут у нас? А, что тут у нас? У нас тут что тут? И что? Это типа все? Больше ничего не будет. Палка в коллекцию. Так, ну не, ну не может быть, что... Это типа все, что здесь есть. По-любому должен быть вход в какую-то пещеру, правильно я понимаю? Так, а давай. Ага, нам дальше, да? Так, дальше. Да нет. Прям тут. Прям тут. Неужели мне копать придется? Это типа мне машинку дали. Слышь, иди сюда. Ты не знаешь, что мне тут сделать нужно, не? Не в курсе. Да хватит камнями в меня кидаться. Ага, топливо, да? Это что тут еще что-то светилось? Погоди. Угу. Но это для принтера, по-моему, 3D. Ты чё, его нямал? Ты его нямал, да? Может, ты зайчик. Все? Это все? Это типа ша. Как мне тебя? Ой. Оно таки было, это не я. Как мне тебя использовать? Ладно, давай возьмем лопату. Мало ли. Хотя я не уверен, что это так должно работать, но мы с вами прямо на вот на этом месте стоим. Ага, тут нельзя копать. А тут? И тут нельзя. И кто-то бежит еще, да? Блин, может, нужно было летом сюда приходить? Что от меня хотят? Не хочет он. Так, короче, кто в курсе, что от меня тут хотели? Напишите мне, как говорится, в комментариях. А я сейчас поговорю вот с этим вот человечком. Слышь, братюня, а ну подойди сюда. Иди покажу кое-что, иди. Ну на, иди сюда. Ой, какая классная штука, ля, ну только посмотри. Иди сюда, падла. Блин, ну тут по идее пещера должна быть какая-то, правильно? Но не может быть так, что просто тут ничего нету. А тут просто так ничего нету. Ну, либо я чего-то не понимаю. Ну вот, тут нету ни входа, ни выхода, и оно прям... Прямо тут, где я стою, смотри. Во, все-все. Во, все. Ладно, давай возьмем еще раз лопату, попробуем. Внешне сложно. Внешне сложно. Тихо, что это? Видите, что это такое? Ага, это баночка. Ах ты, падла. Это то есть тут... Это тут еда, да? Походу какая-то лежит. Походу еда какая-то лежит. Падла, мешаешь мне заниматься раскопками. Падла, мешать мне заниматься раскопками. Ладно, давай, пока если он там бегает, мы возьмем еще раз лопату. И попробуем еще что-то откопать. Ага, угу, это какой-то... Ах,
Сейчас. А, ну иди-ка ты сюда. Да не, ребят, мне что-то кажется, что здесь просто будет какая-то еда. Какие-то камушки мы будем с вами находить. Блин, ну вот эти вот... Челы меня бесят, которые здесь бегают. Они реально меня бесят. Короче, давайте попробуем еще копнуть. Если нет, то... Я сейчас нажму на паузу, сбегаем с вами еще в одно место. Мне нам нужно было кое-что откопать. Ну все, мы здесь нашли с вами только баночку, вы видели. Все, больше ничего нельзя. Но, либо если я что-то упустил, ты можешь спокойно написать мне об этом в комментарии. Что типа, Арчи, там была какая-то прикольная штука. Стоять. Все. Фу-фу-фу. О! Ты мне зайчика принесла. Та ты шуля. Моя ж ты кытя. Спасибо большое. Все. Все, няма-няма, спасибо. Так, давайте, ребятки, я сейчас сбегаю еще в одно место. Посмотрим, что там находилось. Или находится, или находилось. И тогда уже, как говорится, будем посмотреть. Все, не прощаюсь. Через пару сек увидимся на месте. Так, ребят, наткнулся на место. Это, в принципе, не то, что я хотел, но к такому же самому месту я и иду. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут находится. Не знаю, будет ли что-то интересное, либо не будет. Просто пока я шел, наткнулся, думаю, запишу. Так. Что у нас тут нас ждет? Ага, веревочка, монеточка. И это все, да? Блин, может в том месте, где я иду, там то же самое будет, я не знаю, тоже. Веревочка, монеточка и больше ничего. Ну не знаю, сходим. Сходим, посмотрим. Крица, чего гадать. Так. Монетка и веревка. Да. И тут, походу, все то же самое. Я думаю, даже нету смысла будет туда идти. Я думаю, там будет все то же самое. Что-то у меня такая чуйка. Да плюс я не помню, как туда добраться. Если честно. По-моему, возле какой-то там... Из пещеры нам было. Угу. Примерно где-то в той стороне, либо в той стороне. Так. По-моему, если увеличить, то вот там, где у нас пещера, видите, самый верхний угол. И там типа домик наш нарисован. По-моему, где-то в той стороне нам было. Ну ладно, давайте я доберусь туда. Если будет что-то интересненькое, еще раз это запишу. Если нет, то уже встретимся с вами на месте. Так, ребят, сбегаем на то место. Что можно сказать? То же самое. Веревочки, ниточки, бусинки. В общем, ничего интересного. Предлагаю, в принципе, под закат и закончить эту игрулю. Не знаю, если прям уж сильно натянуто, то, в принципе, игрулька неплохая. Но мне быстро надоело. Монстры поначалу, конечно, тебя пугают, но потом они уже просто бесят. Потому что эти волны непонятные постоянно с какой-то стороны не прибегают. Хотя я забарянил где-то уже, наверное, их штук 200. Ну просто уже идет, как говорится, в напряг. Они страхают монстров. Так что, не знаю, смотрите сами. Понравилась ли мне игрулька? Да, понравилась. Буду ли я ее перепроходить когда-то? Я думаю, я не уверен. Наверное, нет, я лучше поиграю в Анну. Вот ванну я бы, наверное, перепроходил бы раз бы в полгода, это точно, игрульку. В резик бы какой-то побегал бы, но не в эту игрульку. Но, как говорится, смотреть вам и решать вам. Кому нравится, кому не нравится, это уже, как говорится, на его вкус. Да, прикольная картинка, все классно. Особенно если у тебя нормальный моник, не такой, как у меня. То я думаю, ты кайфанешь от этого всего. Ну, на этом у меня, в принципе, все.
На этом у меня, в принципе, все. Давайте сделаем палатку, сохранимся, хотя я буду, наверное... Ага, я не смог сделать палатку, у нас нету ткани. Наверное, на этом, как говорится, все. Я сохранять игрульку не буду, я ее полностью буду удалять со своего ПК. Сохранение мне тут явно не нужно. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. В следующей, как говорится, уже серии будет новая игрулька. Не знаю, посмотрим. Я же говорил, что я выбрал один хоррор. А одна, получается, тоже стратегия будет. Посмотрим, кто из них будет первым. Так что как бы все. Мне, честно, нету что сказать. Дальше бегать, искать каких-то монстров, что-то какую-то там пробочку, крышечку. Ну, зачем? Это чисто растягивание, как говорится, времени. И выпускать все одно и то же, а новенького я туда понимаю, что ничего не будет. Это никому не надо, ни вам, ни мне. Я лучше потрачу это время на что-нибудь. На что-то нибудь другое, на что-нибудь, как говорится, полезное. А, про эту игрульку забуду и... Ну и, как говорится, так тому и быть. Все. Всем спасибо за просмотр. Может, я, конечно, что-то упустил. Может, какой-то тут сюжет есть. Но и сюжета я здесь не нашел. Я побегал по карте. Разыскал дробовик, лопату, это как его, тросомет. И все. А дальше по острову находится просто деревня с монстрами. С бесконечными. Ты бегаешь, убиваешь, забиваешь, забираешь у них там какую-то тряпочку. Делаешься коктейль Молотова. И все, как говорится, по старой схеме. Может, конечно, тут есть какой-то финал, но, по-моему, здесь нету его. Если ошибаюсь, по-моему, финального такого типа, что ничего нету. Ну, может, я ошибаюсь. Так что можете скачать игрульку и попробовать ее пройти. Так что все, я уже окончательно заблудился. Время, как говорится, монтировать этот ролик и ложиться отдыхать. Все, всем пока-пока, ребят, и до потом.